Актерам из Урая пришлось освоить профессии строителя, уборщицы и грузчика. Народному театру «Синяя птица» выделили здание бывшего музея. Ему почти 40 лет, поэтому театралам собственными силами пришлось сделать ремонт. В этом им помогли местные предприниматели. Заменили пол и отреставрировали зрительный зал. Сейчас артисты делают сцену и освещение. В зале смогут поместиться до 40 человек. Добавлю, театралы планируют обустроить также комнаты для художников, гримерку, костюмерную и репетиционный зал. Новоселье артисты планируют отметить 13 сентября вместе с теми, кто помогал делать ремонт. Зашли сюда, и ужас был просто. Стойкий запах плесени, сырости. Мы начали, в общем, вскрывать полы, то есть главный проходной холл на первом этаже. То есть мы его весь вскрыли и доски просто выкинули, потому что там плесень, ну, разве что еще не бегала. Пацаны таскают мешки с цементом, с кирпичами битыми, то есть на себе все это. И девочки красят, и моют, и родители приходят, помогают. Вот эта ситуация с этого лета, она мне как раз открыла театралов, моих артистов с другой стороны. То есть я искренне рада, что они оказались порядочными людьми.